Новый облик – любимые прогулочные зоны горожан. Сегодня в центре Волжского на улице Сталинградской высадили 70 саженцев липы. Реконструкция центра Волжского, которая ведется на средства, выигранного городом грантов 15 миллионов рублей, в самом разгаре. Здесь уже убран металлический каркас сцены, закрывавший перспективный вид на Волгоград. Установлена новая детская площадка, ведется укладка плитки и обустройство места под установку памятника Высоцкому. Он появится в зоне будущего мини-гайд-парка на следующей неделе. Полностью обновлены и газоны, везде уже проложена система автоматического полива, а теперь вдоль центральной аллеи, идущей от площади Ленина в сторону Ахтубы, высажены саженцы липы. Во-первых, решили отойти от традиционных тополей и вязов, которые у нас в городе используются. И было, мы думали, либо это липа, либо каштан, либо клен. И потом все-таки остановились на липе, потому что это такое дерево, во-первых, которое прошло апробацию, и в том числе и в ботаническом саду, используется в озеленении, в частности, и в Волгограде, и в Волжском можно найти. Но это липа мелколистная, и она очень красиво цветет, и очень такой приятный запах. По словам специалистов, крона у этих деревьев приподнята вверх, поэтому липы не будут закрывать обзоры волжанам на главной прогулочной зоне, но в то же время дадут тени прохладу в знойные летние дни. Саженцы достаточно взрослые, им от 3 до 5 лет, поэтому прижиться должны хорошо, говорят сотрудники ботанического сада. А если какое-то из деревьев не переживет первой своей зимы, то его весной заменят. Тогда же будет продолжено и озеленение улицы Сталинградской. Кстати, начало этой работе было положено пару лет назад, и этот уголок уже украшают редкостные для наших краев магнолия и гинка. А сейчас здесь началась высадка уникальных можжевельников 10 различных видов и других декоративных кустарников, выращенных в региональном ботаническом саду. Так что волжане смогут познакомиться хотя бы с частью богатой коллекции учреждения. Завершающим же штрихом в создании нового зеленого наряда центра Волжского станет обустройство газонов. Как только позволит погода и немного потеплеет, синоптики обещают, что это произойдет уже на следующей неделе, землю укроет зеленый травяной покров.